Евгений Коротышкин. Наша надежда в этом виде программы. Женя уверенно пробился в полуфинал. Показал седьмое время, может плавать быстрее. 52-18. Пока, кстати, хочу сказать, насколько классно выступают наши юноши и девушки в рамках юношеских олимпийских, европейских игр, Европейского олимпийского фестиваля. 200 вольный стиль, Мария Бутлакова, абсолютная героиня, четырехкратная победительница Европейского фестиваля, третий юношеский рекорд страны, 100 метров вольный стиль, в эстафете взяла рекорд. И, кстати, хочу сказать, что Евгений Седов потрясающе плавает, 50 метров, победа на 100 метровке, лихо проплыл. У нас две золотых накануне, две серебряных, две бронзовых награды. Александр Кудашев, Игорь Беспалов. Наши медалисты. Всеволод Занько стал вторым. Ну а Беспалов и Дарья Устинова бронзовые медали. Очень достойный результат. Но Бутлакова абсолютная героиня турнира. Запомним эту фамилию. Тренеры не сомневаются, что она реализует себя и поборется за место в олимпийской команде. Анатолий Журавлев, наставник наших юношей, прекрасно делает свое дело, и надеемся мы на пополнение, на конкуренцию. Идет представление участников. 100 метров бутерфляй мужчины. Штефан Дайбер по дорожкам, начиная с первой. Сэм Эшби, Германия, Австралия. Конрад Черняк, Польша. Такиро Фуджи, Япония. Джейсон Данфорд, Кения. Бенджамин Старк, Германия. Петр Манкович, знаменитый словенец. И Павел Корженевский, чемпион Европы неоднократный, призер чемпионатов мира, победитель чемпионатов мира, пока здесь держится в тени. Вот о чем я говорил в самом начале. Женя Коротышкин по шестой дорожке во втором заплыве будет выступать. Но здесь готовится, сами знаете кто, Майкл Фелпс. Очень спокойно плыл сегодня утром Фелпс, финишировал пятым. Тарья МакГилл первый результат показал его соотечественник из сборной США. Майкл Фелпс здесь мировой рекордсмен, 49-82. Хотим видеть Женю в финале, понятное дело, но дождемся второго полуфинала. Да, как сильно начал. Вместе со Старке, Эльсин Данфорд. Найроби. Пятым был на Олимпийских играх в этом виде программы Данфорд. Черняк по третьей дорожке финиширует очень хорошо. Посмотрите, должен даже выиграть. Так и есть. И посмотрите, Фуджи. Такура Фуджи из Японии. Отличный эстафетчик, помню сборной Японии, номинированный в эстафете олимпийский призер многих других международных соревнований, азиатских игр, в надежде на то, что здесь преуспеет, в том числе и в олимпийском виде программы дистанции 100 метров бутерфляй. Неожиданности мы отнесем не попадание Милора Дакавича. Олимпийский призер, призер чемпионатов мира. И тот, кто на разных сражался с Фелпсом, к этому чемпионату подошел не в форме. Сильный британец Энтони Джеймс не попал. Павел Самкович, очень неплохой белорус. Серп Ленгер, это все те люди, которые не пробились. Итак, у нас 18 стран, даже 18, наверное, награды имеет. Сборная России в общекомандном зачете на восьмом месте. У нас одно золото, Зуевское, два серебра, Зуевское и Ефимовское. Соответственно, скоро мы увидим церемонию награждения. Ким в честь Ребекки Сони, ну и респект уважения Юлии Ефимовой. У американцев 17 медалей, 8, 4, 5 расплат, 8 золотых. У китайцев 11, 4, 1, 6.
И Австралия лихо идет, не добирает по количеству золота. Две медали, но 6 серебряных наград. И одна бронзовая еще. В Японии 3 серебра, 1 бронза. По 2 золотых медали у Италии, Франции, Бразилии, Дании, по 1 в России, Голландии, Беларуси, Кореи и Норвегии. Ну и вот, пожалуйста, стартовали следующего заплыва. Здесь поплывет капитан нашей сборной, многократный чемпион Европы в этом виде программы, чемпион мира в эстафетном плавании, призер чемпионатов мира Евгений Коротышкин, тренирующийся в группе Андреа Динино. Женя выступает за Москву. Личный тренер его мама Людмила Анатольевна Коротышкина. Настоящий капитан, настоящий боец. Ларс Фроландер, сборная команда Швеции, до сих пор плавает. Курилка не просто жив, а прекрасно себя чувствует. Он не ровесник, ему 36 лет. Потрясающий человек. Олимпийский чемпион 2000 года. Многократный чемпион мира, Европы и так далее. Ласло Чех на 7-й дорожке. Венгрия, Чатля Кло, Южная Африка, 1-я дорожка. Йоре Верлендер, сборная команды Нидерландов, по 2-й поплывет. Евгений Коротышкин, сборная России, 7-м результатом финишировал, но пока 52-18 ни о чем не говорит. И Майкл Фелпс, в этом виде абсолютный король, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Олимпийских игр. Аля Макил, лучший результат. Ну, говорим про Баттерфляй, конечно. Передаю привет Денису Панкратову, нашему олимпийскому чемпиону в этом виде, призеру чемпионата мира. Ну и также, кстати, Владислав Куликов выиграл бронзу на мире, бронзу на Олимпиаде. Панкрат, кстати, на 100-метровке чемпионом не был, если говорить о первенствах планеты. Медалистом был, выиграл Олимпиаду. Вся наша команда, растянув огромный российский флаг, замерла на трибунах. В трибуне сидит и горько посматривает в сторону Николай Скворцов, которому 200-метровке совсем ничего не получилось. Один из лидеров многолетних, причем нашей сборной команды. Майкл Фелпс, здесь мировой рекордсмен, 49,82. Начало у Жени. Надо сейчас подтянуться, чтобы выход сделать очень четко. Прекрасно, Женя. Молодец, Коротышкин. Надо дотерпеть, надо додержать. Женя невероятно талантливый, невероятно трудолюбивый человек. И сейчас в борьбе с Фелпсом. Но тут целая группа спортсменов. Фелпс по третьей дорожке. Должен быть первым, за ним Коротышкин. Третий все-таки Коротышкин, потому что тут еще Макбил включился. Но Женя в финале. Прекрасное плавание. Прекрасное. 51-77. Вот это прибавка. Молодец. Ну что ж, завтра Евгений Коротышкин, как и положено капитану, опытному спортсмену, 28-летнему, будет бороться с 5-м результатом, Женя, в финале. Причем, вы знаете, тут все плотно. Фелс 51-47, 51-77, Коротышкин. Надеемся, что Жене будет по плечу все-таки претендовать на медаль. Конечно, это будет не просто весьма и весьма. Тут человек 6 рассчитывают на это же. Забьет сейчас восьмерки сильнейших. Сейчас 1.77, а результат на чемпионате России был 52-42. Представляете, насколько он прибавил.
52-42 Евгений Коротышкин. Еще один российский спортсмен выступал в этом виде программы. 30-е место, увы, у серебряного призера российского первенства Никиты Коновалова. Пока Коновалов заметен мощнейшими татуировками, хотелось бы, чтобы пришел еще и результат. Итак, пятый Коротышкин завтра плывет в финале. Впервые от Гарньер. Защита, превосходящая все ожидания. 72 часа против влажности. 72 часа против запаха. Дезодорант для мужчин «Экстрим» 72 часа.